Инфаркт и инсульт – два страшных заболевания, к сожалению, из года в год возглавляющие статистику смертности людей во всем мире. На борьбу с этими недугами, которые, как правило, имеют необратимые последствия, региональным Минздравом разработана программа по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Главной задачей лечебных мероприятий является обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами больных бесплатно. Перечень, ну, препараты, это перечень по нашему заболеванию, это, во-первых, антиагреганты, это аспирин кардио, клопидогрель, дорогостоящий препарат, брилинта, ну, это тоже антиагрегант, стоимость этих препаратов примерно около 5000 в месяц. Олег Махнаков в начале марта перенес острый инфаркт миокарда. В больнице его доставили на носилках, а через неделю он уже на своих ногах вышел домой продолжать лечение амбулаторно. Еще пару лет назад в это невозможно было поверить. Современные медикаменты позволяют в более короткие сроки восстанавливаться после тяжелых заболеваний. Когда обратился в поликлинику по месту жительства, то выписали препарат, который необходим. А об этом меня сразу поставили в известность в областной больнице. Сказали, что я попадаю под программу бесплатного обеспечения препаратов. Медицинский персонал отмечает, что по приказу Министерства здравоохранения РФ номер 994 человек в течение года после заболевания сердечно-сосудистыми патологиями может получать лекарства по назначению врача. Для этого пациенту очень важно, значит, после стационарного лечения обратиться в поликлинику, либо самим прийти, либо вызвать врача на дом. Потом пациенты устанавливаются на диспансерное наблюдение обязательно. В течение года выписываются лекарственные препараты. Получает лекарства непосредственно в самой поликлинике в госаптеке по льготе. В 2020 году правом на обеспечение дорогостоящими медикаментами воспользовалось более 2000 ульяновцев. На сегодняшний день еще порядку 2500 пациентов выдают необходимые лекарственные препараты. Антон Никонов и Герман Баранов, Улправда ТВ.